Вот из жирного молока такой творог красивый получился. Еще не пробовала. Сейчас буду готовить завтрак. А на завтрак у нас будет просто творог, просто сыр, хлеб с маслом. Вот такой черненький захотела. Со сливочным. Чай, орешки. Кто-то будет печеньки есть. Все, приятного аппетита всем. Всем, кто с нами завтракает. Время 9. Я встала в 6. И вот только зашла. Михалыч тоже мне потом попозже вышел. Подвязали мы с ним помидоры в теплице. Я проливаю малину сегодня. Она цветет так хорошо, надо ее полить. Ну ладно. Так, что сделать? Кофе, наверное, с утра. Ну да. Доброе-доброе утро, друзья. У нас сегодня тепло, хорошо. Небо голубое, ни одного облачка. Но ветерок такой свежий. Ну, летний уже. Сейчас время где-то 9:30, может, без 9:10. Почитала ваши комментарии. Спасибо за поздравления с Днем Победы. Спасибо большое. О, самолет летит. Ой, вон он, его не видно. Студенты у нас летают. Так, я малину поливаю. Хожу. Расскажу про Джесси, как она сегодня ночевала. Маша переживает. Мама, если будет мешать, вы напишите, не скрывайте, если будет досаждать что-нибудь. Ой, Маруська, ну, подстраховывается. Ночевала она хорошо. Вот в прихожей ей постелили вчера. Дверь закрыли в дом. То есть она в прихожей. У нее, получается, она ни в туалет не попадет, ни в дом не попадает. Ну, в смысле, в зал, там, к нам, да? Ни в спальню, нигде. И я ей свет выключила, она уснула, все нормально было. А ночью Михалыч, говорит, просыпался, проснулся от какого-то, ну, такого тихого звука. Мы-то боялись, что она начнет там двери царапать, например, там куда-то пробиваться к нам или на улицу. Вот это Маша боялась. Нет, этого не было. А она мои очки с полочки, на третьей полочке на шкафу лежали мои очки солнцезащитные, и она вот их скинула и к себе на коврик положила. Ну, может быть, она бы их изгрызла. Но в это время как раз Михалыч услышал, проснулся и пришел к ней. Все, забрал у нее очки, и все, и дверь опять закрыл, и уснул. Вот. Так что она не мешала, она абсолютно. Утром я встала, сразу ее на поводок и в туалет. В смысле, сходили, прогуляли с ней. Она не тянет, она идет спокойно, она такая вот. Вот почему-то у них, когда я выгуливала, она прям рвется, она прям аж тащит тебя. Люди смотрят, ну, как-то это, не так она гуляет. А здесь она гуляет степенно, как-то важно, не знаю. Вот. Ну, вчера она еще озиралась по сторонам, потому что, ну, место не то, что незнакомое, она давно у нас не была. Поэтому на прогулке она еще как-то так настороженно, на все отвлекалась. Нас облаяли собаки. На Тейку кинулись две собаки, выскочили со двора. Ну, такие, ниже среднего роста, ну, как Тейка, наверное. А Тейка, она, ну, так смотрит на них, и все. И Джесси в это время такой, буф, вот так сделала, и все, они как, щу, и удрали. Так, кабачки свои покажу. Они в этом году у нас в ящичках растут. Слушайте, ну, хорошо растут. Никто их не ест, никто их не сгрызает. Ну, прям, мне нравится. Вот он, в ящичке. Ой, шляпа моя, шляпа. Так, вот уже один цветет. Ну, это мужской цветочек. И вот еще кабачок. Тут сорт другой, видимо. И три сорта сеяли, вот только три кабачка взошло. Ну, тут тоже какие-то мужские, по-моему, цветы, да? А, вот женский вижу. Вот он. Зависть уже будет. Все. У меня сегодня в планах малина. Вот это все полоть надо. Пропалю. И туда забираться уже в рядок и тоже там все полоть. Малина уже цветет, поэтому я ее сегодня поливаю. Все цветет хорошо, много ягоды будет. Ну, наверное, не как в прошлом году. В прошлом году вообще было много ягод. Ну, тоже хорошо. Главное сейчас полить влагой, насытить ее. И будет много. Эта малинка у меня пингвин сорт.
где-то я видела. Да, вот она цветет, но она так себе. Она же осенью. Вот она сейчас даст ягоды. И потом перерывчик будет небольшой в июле. И потом в сентябре она опять начнет цветы выбрасывать. И до самых морозов ягода будет. У меня закончилась фантазия, что приготовить. Вот просто вот, что приготовить. Михалыча спрашивает, что ты хочешь. Он говорит, пельмени. Но уже пельмени надоели, хотя они есть, надоели. Стряпать вареники некогда. Пельмени так-то вообще вариант хороший, да? Быстро сварилась и поел, и сыт, и хорошо. И вкусненько, и сытно. Вот. Я думаю, что у меня баночка сардины есть. Скорее всего, супчик сварю на один раз такой. И все, он быстро варится. Времени много не займет. Поэтому я сейчас пока прохладно буду полоть. А потом уже ближе к обеду пойду и приготовлю суп. Наверное, так и сделаю. Все, друзья, за работу! Я приготовила все для рыбного супа. Там у меня картошка порезана, лук, морковка, пшено промыто, замочено. И на обед я готовлю все-таки блины. Просто блины. А уже на ужин будет рыбный суп. У нас уже готовятся столбики. А ты их не разрезал? Нет, я потом разрежу. Да, молотковый эффект. Вижу. Красивые будут. Очень. Куры будут довольны. Все, я баню затопила. Дымок идет. И тут печка топится. Кинула пшено. Сейчас закипит и картошку сюда. Сегодня как-то без дыма топится. Время сейчас 3 часа. Мы в 2 часа поели. Часок отдохнули. И вышли на улицу. Сейчас еще жарковато. Покажу, сколько я сделала сегодня. Из-за жары только ушла. Еще можно было полоть. Ну вот совсем немного получилось. Вот пятачок. Тут я остановилась. И вот здесь прополола я тоже половину этого коридорчика. Но тут легче рвется. И там уже травы меньше, чем было. Там видите, сколько ее. А тут уже легко будет. Ну вот немножко жара спадет. И еще приду полоть. Потом уже вечером в баню пойду. Хорошо, лето. Надо еще раньше вставать. Я не знаю, в 5 часов светло, нет. Чтоб часов до 9 поработать. О, медведь, посмотрите, ползет. Все, закопалась. Как она быстро. Все, не дала ей, извините. Закопаться. Быстро, говорю, в землю, как она входит. Прям. Земля-то твердая. Мусечка. Мусечка, девочка. Иди, моя сладкая. А что? А, показалось глазом что-то. Нет. Ой. Девочка. Ветерок маленько. Сейчас сварю суп, доварю и приду дорабатывать. Я тебя поснимаю. Зачем? На память. Это вовсе ни к чему. Михаил сюда хочет розеточку установить. А то все переноски у нас. А тут ему надо. Рыбный суп будет, как уха. Настоящая, с дымком. Я и зажарку тут делаю. Сейчас еще чайник поставлю. Чай скипячу, заварю какой-нибудь интересный. Какой жар из печи. Так, ноги обжигает. Уже совсем подальше отошла.
Все равно. Вот так на краешек поставлю. Вот такой супчик у нас будет. Сардина была в томатном соусе. Я думала, обычная в масле. Ну ладно, будет такой суп. Все равно вкусно. И вообще такой давно уже не готовили. Михалыч не очень его любит, но один раз поест. Я ему сегодня компенсировала блинами любимыми. Вот такой будем пить сложный чай. Лист смородины, лист малины, клубника, чашелистники, которые. И вот это растение, я не помню, как называется. Вот вам позитива. Кипятим чайник. В тенечке хорошо. На солнце выйду, там такая жаришка. Это еще не лето. Это еще 22 или сколько сегодня градусов. Но солнце прям такое жаручее. Уговариваю себя пойти в огород. Сейчас чай попью. Оденусь, в смысле, сапоги обуваю туда. Джессика косточку откопала. Тейка ее закапывала давно. А в косточке, видимо, муравьи. И вот она на них лает и лает. Опять ее подкинет, бросит, не грызет. И как будто бы охотится за кем-то. И такая смешная. Балуется. А косточка такая говяжья. Ну, нога. Ну, грызть начала ее. Я пришла на свою любимую плантацию. Почему у нас тут трава? Потому что мы изначально здесь решили косить. И вот 2 года подряд мы тут косили. Поэтому травы много. В прошлом году все пропахали, вспололи и засыпали семечкой. Вот. Тут-то вообще эту тропинку мы никогда не полим, мы ее косим. Но травой все равно все зарастает. И я решила все-таки избавиться от нее. Потому что, когда малина, сама вот малина, растения зарастают вот этой травой, то хорошего мало. И самим неприятно потом собирать малину. И лишнюю влагу она забирает, эта трава. Поэтому лучше ее, конечно, убирать. И перепахать еще раз. Вместе с семечкой. Надела очки. Солнцезащитные, потому что солнце сейчас боковое. Щурюсь. Я в тени-то щурюсь. А на солнце тем более. О. Ну, какие корни. Ну, по семечке хочу я вам сказать, рвать все равно легче, чем с самой земли. Все-таки семечка сработала. Растения более ослабленные. По крайней мере, с корнем рвется все. Руки, конечно, уже болят. Пальцы уже вообще не сжимаются. Ни левая, ни правая рука. Ну, ничего. Сейчас вот это вот много здесь, а дальше там уже совсем мало будет. Редко трава. И то она там другая. Там осот. Он тоже хорошо с корнем выдергивается. Ничего, справлюсь. Михалыч там трос готовит. Вот эти столбики. Сейчас он второй раз покрасил уже. И готовит трос, на который сетку натягивать будет. И все, ему надо будет завтра, наверное, поедем металл купим на металлобазе. И будет уже калиточки эти варить. Сваркой заниматься. Вот так потихоньку, помаленьку я справлюсь.
Я ведь сделала это. Все довольна я. Всю траву убрала. Все, дошла до конца. И здесь тоже этот ряд весь. Тоже все до конца прополола. Все, я сегодня молодец. На завтра еще планов громадье, еще полно травы. Так что расслабляться некогда. Солнце уже на закат идет. Пойду я поливать теплицу. Михалыч уже в баню ушел. Пойду в теплице полью и все. Тоже схожу в баню. И нам надо еще за хлебом сходить. А то суп есть не с чем. Михалыч запросит хлеба. Фу, устала. Да все, в наклонку. Так-то что уставать? А и надо уточкам воды, курочкам. Все, уже выхлюпали. Сейчас, мои хорошие, сделаю вам. Мы сегодня даже никуда. Ни за хлебом, ни за молоком. В общем, куда устали оба. Ну, давай, говорю, завтра с утра. Себе уже никуда. Вот сейчас погуляемся, все. Ты молодец. Как она закапывает. Старается. Да. Жесть, да ты задохнешься так. Хорошо, мне усилий не надо делать. Ноги сами идут. В смысле, она... Немножко меня тащит, но не как Тейка. Джесс, ты что думаешь, на витамин, что ли, пошла? Да? Краснодар? Джесси, а где Маша? Маша где? Ксюша? Где Ксюша? Тима! Я ее так поддразниваю. Ой, хорошо как. Мне, кстати, сейчас вот вечером легче было полоть, чем утром. Солнце уже не такое жгучее. И прям хорошо, легко. Ну, такой милый фонарик у дедушки. А? Ой, там впереди опять эти шавки, собачки. Вон, уже начинает лаять трусишки. Я вспомнила, розовый куст тамарикс называется. Вот этот. Он просто сейчас такими розовыми веточками. И все, потом просто зеленый будет. Месяц молодой, а не видно на камеру. Ладно, друзья, на сегодня видео заканчиваю. Короткое, длинное, неважно. Сейчас погуляем, постелим Джесси спать и сяду монтировать видео. До новых встреч. Пока-пока.